получился легкий, компактный дрон, но который сможет выдерживать волну нашей чудесной реки Невы. Я помог ребятам туда вставить герметичные боксы с датчиками двигателей, чтобы это все работало. Он будет вместе с катером участвовать в арс-электронике. А после мы запускаем наш вакуумно-формовочный станок и делаем еще 5 таких, только уже на потоке, еще круче, еще легче. Потому что человек по большей части состоит из воды, и это очень для нас важно. Оснастив лодочки автономные сенсорами, которые могут воспринять изменения и понять состав воды, которую мы пьем, мы строим карту, собираем много информации и анализируем. Я думаю, в будущем мы увидим огромное количество маленьких беспилотных, ездящих, плавающих, летающих дронов, которые будут собирать для нас большое количество информации, анализировать ее и давать нам возможность не угробить планету, на которой мы живем, и сохранить тот тонкий баланс между людьми и природой.